Всем привет, это Александр снова с вами. Сегодня второй день Турции. В Кемере, в Кишире, Кирише, точнее, извиняюсь. Вот, мы взяли две арендные машины, потому что у нас много людей. Сейчас будем, их там нам привезут, и мы будем выдвигаться в древний город Мира. Находится он в городе Демре. А также заедем на церковь Святого Николая, еще заедем в два места, где есть театры древние, и хотим еще заехать на озеро. Как получится, посмотрим. Вот, кому это будет интересно, наверное, тем, кто хочет сюда поехать, отдохнуть, и заодно посмотрит, как это все проходит. Почему мы не брали трансфер? Потому что хотим относительной свободы в движении, и... по времени, чтобы никто нас не торопил, мы делали все, что мы хотим. Вот, в конец дня у нас планируется окончить на пляже. Пляж у нас там где-то на берегу, ну, Демре в самом, там какой-то широкий, очень красивый пляж. Вот, наверное, уже звонит арендная машина, так что ладно, друзья, я пойду. Все, всем удачи. Мы, в общем, будем выдвигаться на машину и уже будем выезжать. Так что дальше увидимся. Полина уже тоже собралась. И Аня там идет. Мы как будто взяли столько вещей, как будто мы уезжаем уже. Хотя мы уезжаем всего лишь 100 километров отсюда. Все, дальше увидимся. Остановились на заправке, тут заправиться, купить водички, мороженое по линии я купил. Вот прекрасные виды такие классные, супер просто. Вон там Анатолий, там машины. Полина вон там ест мороженое. Да? Так, друзья.
друзья. Первым нашим пунктом назначения будет являться древний ликийский город Родиаполис, расположенный на территории современной Турции возле города Кумлуджо. История Родиаполиса уходит корнями во времена ранней античности. Считается, что в 8 или в 7 веке до нашей эры колонисты с Родос, острова Родос, приплыли на юго-восток Ликии и основали здесь небольшое поселение. В данном городке можно будет встретить театры, разные здания античные, которые сейчас находятся в процессе реставрации. В общем, приехали. Пойдем сейчас смотреть инфотеатр. Да? Театр, точнее. Вот. Тут такая жара. Да? Кто тут будет, знаете, что тут есть туалет с водой, но воду, я думаю, пить не стоит, вот, поэтому как бы будете тут, тут есть, да, организована инфраструктура по туалет, где умыться, освежиться, ничего, вот, так что мы еще ждем всех на машину садиться, вот, так что дальше будем, друзья. Мы решили сходить в магазин, купить, попить водичку, тут какой-то магазинчик. Что? Что? Мультики, да, закрутки. Наслаждаясь прекрасными видами турецкого серпантина, когда с одной стороны у тебя горы, а с другой стороны у тебя море, мы выдвигались на следующую нашу точку. Это церковь Святого Николая. По-другому ее называют церковь святителя Николая Чудотворца, расположенная в современном городе Демри, в древности известном как Мира или Мир. Церковь была построена в 4 веке, сразу после смерти святителя Николая Чудотворца. Она была уничтожена после этого землетрясением, и на ее месте возвели базилику, расположенную в разрушенную в 7 веке арабами.
И современное здание построено около 13 века и также находится на реставрации. Свой билет, блин. В общем, мы прибыли в древний город Мира. А тут древние гробницы. Это столица Ликийской империи когда-то была. Там вот есть гробницы такие. Тут театр. Самый один из самых больших. Вот, соответственно, мы пойдем посмотрим, что и как. Дальше на пляж освежиться. Да? Где освежиться? На пляже, и потом мы едем домой. Ну, точнее, не домой, а... I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world with no light coming in. Don't you know you and me, we can run away.
someone. It wasn't worth the wait. I'm counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in my word. But we're running out of time. We were doing alright. Мы покушали тут в кафешке какой-то. Приречной, приморской. Сейчас уже поедем в гостиницу назад. Нам ехать где-то час. Вот, где-то час 20, вот так вот. Сейчас все соберем и поедем. Заехать на море, на пляж. Тут небольшой такой бухте такой вот находится. Тут такие места прикольные, интересные. Пляж, в принципе, организован инфраструктурой и так далее. Так что мы пойдем. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Наконец-то она покупалась в море. И что, радость такая? Вода хорошая. Это нравится? Да. Хорошо. В общем, мы поедем дальше. В гостиницу еще надо успеть. Ужин, наверное, до 10. Уже? Я думаю, вряд ли. Вот, так что мы поедем домой. Не домой, а на ужин, наверное, еще успеем.